Всем привет! Сегодня мы пробуем воздушные оладушки по рецепту от канала «Готовить это просто» или «Мужчина на кухне». Ссылочку на этот канал я оставлю в описании. Для приготовления этих оладушек нам потребуется чуть меньше стакана муки. Чайная ложка соды. Полторы ложки сахара. Сначала смешиваем все сыпучие ингредиенты. Ну что, мы смешали, и теперь нам останется добавить только кефир. Кефир 2,5% жирности у меня. Кефир мы добавляем 150-180 миллилитров. И хорошенько перемешиваем. Вот такое тесто у нас получилось. Уже с пузырьками, поэтому должно получиться воздушно. Так, ну что, зажигаем газ, ставим сковородку, смазываем ее маслом. И выкладываем наше тесто. Воздушные у нас оладушки получаются. Вот такая вот большая тарелочка у нас получилась. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующих видео. До новых встреч!